Пятизвездочном отеле тишина, и на пляже обреченность и покой. Постепенно разоряется страна в ситуации критической такой. Говорят, что можно в Турцию попасть через Лондон, Копенгаген и Пхеньян. Только это отдыхающим не в масть. Это сложно для обычных россиян. Ждут на даче огурец и помидор, и картошку непременно пропали. Лишь порою отведем печаль на взор, вспоминая, как недельку провели в Анталии. Хризантемы да тюльпаны отцвели в Анталии. Рестораны и гостиницы в пыли в Анталии. Все отели поголовно на мели. В Анталии самолеты россиян не привезли, они лежат всегда на пляже Натали. В Анталии, в Анталии. East or West, home is best. Сидим дома, смотрим YouTube.